Большинство людей никогда не станут богатыми и успешными, поэтому я приняла решение попасть в меньшинство. Здравствуйте, меня зовут Айнма. В 35 лет я родилась заново. Благодаря этому сегодня я являюсь успешным предпринимателем, путешествую по разным странам, живу в доме своей мечты, обучаюсь и обучаю других, занимаюсь благотворительностью. Но так было не всегда. Я была простая девушка из деревни. Приехала в большой город, снимала квартиру, пробиралась в автобусе полным народом. Не хватало ни денег, не имела ни квартиру, ни машину, ни тем более бизнеса. Многие из моего окружения говорили: деревенская девушка без связи и без знакомых не достичь успеха в большом городе. Но у меня была большая мечта стать человеком успешным и помогать людям в достижении успеха. Иногда мы сильно зависим от мнения других людей. Но я вхожу в ту часть людей, которые слушают себя и действуют. Я ставила цели, действовала и получала результат. Но это было только начало. Все потери, трудности, падения и взлеты были впереди. За короткий период я потеряла маму, папу, брата, пережила трудную операцию мужа, дети болели. Но потери и трудности зародили во мне нового человека. Я хотела сильно изменить свою жизнь и жизнь своих близких к лучшему. Я начала много читать, изучать про здоровье, про финансы, про бизнес, про успешных людей. Я наткнулась на одну книгу, которая изменила мое мышление. Это книга Роберта Киосаки «Богатый папа и бедный папа». Действительно, наше мышление определяет наше будущее. Но многие не хотят менять мышление. Многие предпочтут комфортную зону и прожить неблагополучную жизнь. Мне нравится одна притча. Молодой человек каждый день по дороге к работе проходил мимо двух пожилых людей, которые сидели на скамейке, и рядом у них выла собака. Такая ситуация повторялась каждый день. И молодой человек, потеряв терпение, спросил у пожилых: «Почему ваша собака каждый день воет?» «Потому что», — ответили ему старики, — «он сидит на гвозде и не может поднять зад». Также многие в жизни винят других, жалуются на всех и не могут отрываться от дивана, от телевизора. Всем успешным и неуспешным дано одинаково 24 часа в день. Их отличает только то, кто и как использует это время. Я уверена, что каждый человек уникален, у каждого есть огромный потенциал, но успешным станет только тот, кто будет работать над собой и развивать себя. Я из простой деревенской семьи. У меня не было ни денег, ни особого знания. Но я смогла стать успешным международным бизнес-предпринимателем. Я просто думала, действовала и достигала. Мой призыв – думай, действуй и достигай. И никогда, никогда, никогда не сдавайся.